Знакомьтесь, Матвей Шпаро, директор лаборатории путешествий, вместе с которой тысячи московских мальчишек и девчонок совершили водные путешествия по рекам и озерам Карелии, покорили скалы Крыма и горы Западного Кавказа. В этом году лаборатория путешествий подготовила для московских школьников настоящий сюрприз. Матвей Шпаро, известный полярный путешественник, объявляет о начале большой арктической экспедиции. Россия – арктическая держава. И Арктика до сих пор остается самым таинственным и малоисследованным регионом нашей планеты. Прообразом нашей большой арктической экспедиции стала Великая Северная экспедиция, которая много лет назад заложила основы арктических российских путешествий. Стать участником большой арктической экспедиции совсем просто. Нужно ответить на вопросы онлайн-викторины, и ты в команде арктических исследователей и путешественников. Экспедиция объединит тысячи девчонок и мальчишек, даст уникальную возможность проверить свои знания о самой неизученной территории Земли, заявить о своих исследовательских проектах и испытать свои силы в экстремальных условиях. Я приглашаю мальчишек и девчонок принять участие в этой экспедиции. Наша задача будет создать два отряда. Один отряд лыжников, он отправится по дрейфующим льдам на Северный полюс, пройдет 100 километров. Второй отряд, научный отряд, который отправится на дрейфующую станцию Борнео и вместе с российскими полярниками будет изучать Арктику. Если тебе от 12 до 18 лет, и ты готов принять участие в самом захватывающем путешествии года, большая арктическая экспедиция ждет тебя. Смотри информацию на сайте своей школы и вперед к мечте! Участие в экспедиции – это частичка вклада московских школьников в достижение России в Арктике. Жду вас!